Доброе утро, дорогие друзья! Пришла я в лес за грибами. Но грибов нет. Здесь грибников полно, грибов нет. Такие шли дожди, думала, будут грибы, а их нет. А я уже настроилась, что насобираю грибов, нажарю с картошечкой, с лучком, а их нет. Придется пойти в магазин за шампиньонами. Какие сосны, елочки. Дышу воздухом хоть. Грибов нет. Я вчера должна была идти, но вчера у нас был еще дождь. Вчера не пошла. А сегодня воскресенье, думаю, пойду. Пойду на грибы, но грибов нет. Что-то в этом году и урожаи плохие. И даже грибов нет. Ну, может, пойдут еще. Впереди тоже люди идут. Вот вижу, в Ютубе мои друзья-подписчики выставляют такие грибочки красивые. И жарят, и закатывают. А здесь нет. Ну, иду пройдусь, может, что-то появится, так вам покажу. И вы знаете, друзья, что обидно. Поганок так уже полно. Полно поганок. А вот хороших грибов нет. Почему так? И дожди шли. И нет. А то листочек, думала, гриб, а то листочек. Зато красиво-то как. Молодые сосны красивые. Здесь недалеко дорога. Машины едут. Это я уже вышла по краю иду, потому что там... Там нет что-то, ничего. А вот здесь сосна когда-то были. Но, наверное, нет. Тоже здесь. Такие маленькие, красивые сосны. И большие. Люди.
Грибов нет. Ну ничего, друзья, что поделать. Нет грибов. Нарву шиповника. Будем пить чай. Клены молодые. Есть здесь все, кроме грибов. И обошла я уже все места, где обычно грибы есть, и нет ничего. Совершенно ничего. И вы знаете, друзья, вот у меня возле дома, там на соседней улице, так там есть поганки, а здесь вот в лесу даже поганок нет. Ни одной поганки не нашла я. Нарвала шиповника, хоть что-то. Подышала, подышала воздухом. Люди есть. Здесь люди. Да, немножко дальше. Как красиво. Какие сосны. Люди ходят. Такие маленькие сосонки. Красивые. Обидно, досадно. Да ладно. Ничего, приду на следующие выходные. Может, что-то будет. А сейчас магазин за шампиньонами. Потому что картошечки с грибами очень хочется. Еще много, смотрите, маленьких. Людей много, это я так стараюсь не показывать. Не слышно, там говорят, там люди есть. Не одна я такая любительница грибов. А вот какие есть. Ну это несъедобное, это так просто покажу на дереве. Это все, что я сегодня нашла. Тут даже ни поганок, ни мухоморов нет. Вот. Вот, друзья, на дереве что-то и все. Больше нету с грибов ничего. Ну ладно, на этой ноте буду заканчивать я. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Пока-пока!